Но, ребята, я заработал немножко монет. 127 было. Так. Что у нас здесь письмо? 100 монеток и 10 кристалликов. Все, у тебя 137 кристаллов. Хорошо. Ну что ж, давайте отправимся тогда в классический в крушитель луны. Возьмем Катюшу. На Катюше поедем. Так, ну-ка, посмотрим, сможем ли побить рекорд или нет. 256 монет у нас. Так, что-то нету танков ни одного. Ни одного танка нету, не вижу никого. О! Сейчас будут. Вот уже подъехал один. Ух ты, а Катюша прикольная, слушай. Я Катюшей очень давненько не играл. Сейчас я буду вспоминать. Ага. Так, один танк уничтожили. Так, монетки заберем. А, ну в начале игры, кстати, танков мало. Это они потом будут ехать. О! Так, уничтожили. Кто там еще у нас? Сейчас нет, никого нет. Ух ты, так мало танков. Я что-то привык, что их такая толпа едет. Ладно. Ух ты. Слушай, Катюша классная. Почему я в ней так редко играл? Ну, ничего страшного, сейчас наверстаем упущенное. Так, а у нас показывает, что только 3 танка. А 8 танков я убил. Уничтожил 8 танков. Плохо, что это не поворачивается. Дуло вот это вот. Да ё-моё, чё что так толкает этот, штормит-то танк-то мой. Эх, у нас первый босс. Давайте мы его сейчас. На, получай. Готов. Здорово. Забираем ремкомплект, хотя у нас уже танком. Здоровье все нормально с ним было. Но ничего страшного. О, теперь смотри, сразу 2 танка подъехало. Да еще, смотри, сколько куча целая танков. Готово. А, нифига! 3 танка, да вы что, издеваетесь, что ли? У вас что так много-то? То сначала ни одного, а потом прям целая эскадрилья танков. Ладно, сейчас мы где-нибудь здесь станем. А, нифига. Надо еще их искать. О, поехали, поехали. На. Ну, где я не встану. Вот, хорошо. Все, ждем. Сейчас еще вот едет, едет. Один и второй. Готов. Все. Ага, красненький, конечно же. Конечно же, красненький. Как же я тебя мог забыть-то? Как же я тебя мог пропустить? Едем дальше. Никого нету. Угу, пусто. Ага, вот, пошли, пошли, пошли. На, получай. Пожалуйста, кушай. Кушай с булочкой. О, готово. И еще один. На. Так, будете еще, еще кто-то будет ехать, нет? Нет, никого нет, ребята. Собираем просто монеты и едем дальше. Опа, во. Пошли танки. Слушай, на АСК. Напишите мне, какой ваш любимый танк в игре Hills of Steel. Каким вы танком любите играть? Я достаточно в первое время часто играл Титаном. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, смотри, ты что творишь? Не, смотри, надо отъехать. Отъезжать надо подальше. О, есть, уничтожили. Сейчас скоро, кстати, будет у нас босс. Так, вижу, там какой-то танк. Ого, уничтожили. Я даже не метился. Так получилось. О, ну все, Титан. О, Титан, говорю, господи. Босс, Легион. Давай, едь ко мне, босяра. О, попадание, попадание. Попадание. Да,
А одну пульку он выстрелил. В принципе. И все. Подлечились, мы едем дальше. Охо-хо-хо-хо-хо-хо. Тихо. Вот здесь я, наверное, встану. Буду щелкать. Ой, сколько вас много, а. Готовы, готовы. Так, полздоровья у нас, полжизни. Ох-ох-ох-ох-ох, на, получай. От Катюши. Так, что у нас там? Еще едут. Блин, Катюша классный танк, слушай, вообще. Мы ее еще прокачаем нормально-таки. Чтобы она была прокачанная. Все, едем дальше. На-н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 а. О! Два целых. Монетки, мне нужны монетки. А вы мне танки не нужны. Убирайтесь куда-нибудь. Откуда вы пришли? Дайте мне монеток. О, ах ты, вонючка. Сколько вас много. Вы мне дайте монетки. Я монетки хочу забрать. Мешает мне постоянно забирать монетки. О, два танка. Ух ты, они меня расфигачили. Вот и все, ребята. Вот и все, уничтожили. Ой, сколько там монет я заработала за сегодня? 330 монеточек. Спасибо. Ну что ж, давайте еще раз поиграем. Возьмем Джокера. Так, у нас Феникс и этот самый Арахнит. Так, а у нас обычная Кобра. Кобра и я в лице Джокера. Ну что ж, ладно. Тихо. Так, напалм сразу, напалм вам. Так, этот успел умахнуться, да? Так, ладненько. На, гады. Сейчас я вас отщелкаю. Постараюсь, по крайней мере. Так, давай, опа, есть, готово. Ух ты, двоих сразу уничтожили, вот это хорошо. Вот это победа. Звездочка, и у нас сундучок давайте откроем, посмотрим, что там. А, ничего интересного не было, да? Эх, ну да ладно, давайте, а давай патруль джунглей поиграем. Я буду с Джокером играть. Так, у меня пока 600 монет. Угу, сейчас посмотрим. Справится ли Джокер в этой... в джунглях. Угу. О, в джунглях это очень даже такие... ребята, вам скажу. Опасное место такое. Где очень много... вертолетов, да самолетов. Истребителей летает. Сейчас посмотрим, доедем мы до босса или нет. Там главное здесь босса уничтожить. Чтобы заработать звездочку. Никого нету, да? Ладно. А, вот он, смотри, стоит, гад. Кидает меня, да? Свои ракетки. Нафиг они мне нужны, твои бомбочки? Блин, он мне этот... здоровье-то... А, здоровье-то отнял. О, привет. Ты чё сюда пришел? Так, я вам напалм сейчас сделаю, ребята. Подзорвитесь напалмом. Смотри, этот не утихомирится. Смотри, стреляет и стреляет своими вот такими бомбочками, гад. Ну все, теперь у меня ничегошеньки нету. Никаких плюшек. Но плюс у меня, что я стреляет у меня очень часто. Так, как же мне вот эту, блин, тарахтелку уничтожить? Так, вот этого главное, красненького. Так, и вот этот мне тоже не нравится. Гад стоит, смотри, стреляет мне. Ракетами. Так, подожди. На. Есть. Уже половина здоровья мне. Я, наверное, я не смогу, не справлюсь. С вот этим вот. С вот этими вот всеми плохишами. Да. К сожалению. Тихо. Сейчас отсюда буду стрелять. Опа. Кого... Попадаю, смотри, в них. Есть, я так тут я буду стоять сейчас. Стрелять в них. Все, готово. Ну и что дальше?
Что же дальше делать-то, а? Тут вертолетчики должны быть стопудово. Блин, вот это нехороший танк. Мне его нужно вблизи, наверное, стрелять. О, давай я так постою, нормально. Все, попадание прям в меня прям попал, гад, а. Надо титана, наверное, брать сюда. Да, ребята, сейчас я возьму титана. Все, берем титана. Поедем на титане. Попробуем. Такой мощный танк. Опа! Блин, смотри, как я попадаю под ракеты прям. Опа, тихо. Да ты чё, гад, а? Смотри. Шибко такой вот быстрый-то, а? Все, убили. Дальше едем. Здесь могут и вертолетчики подлететь, поэтому как бы резону нам здесь стоять. Не, никого нету. О, летит, на! Уничтожили. И вертолетчик должен быть, по идее, сейчас. Сюда подлететь. Пока никого не вижу. Ладненько, едем дальше. Ах ты! Гад, смотри, опять. Ой, смотри, я не попал. Не попали в меня эти ракетки. Ах, только одна. Так, эти вертолетчики, привет. Угу. Как же мне вот так вот встать? Аккуратненько. Опа, блин. Гад этот прилетел. Своими ракетами. Так, ты мне тут не мешай своими бомбочками, гад, а. Смотри, уже здоровье у меня какое маленькое. Да. Смотри, что творят, смотри, а. Так, и вот этот мне стоит тоже. На, иди отсюда. На. Так, мне главное вертолетчиков уничтожить. О, есть один. Второй, готов. Так, подлечимся сразу. Да ё-моё, куда ты лечишь этот самый? Прям комплект куда у меня убежал. О, нормально подлечился. Хорошо. Еще далеко до этого самого, до босса. Никого нет, смотри, а. Так, ладно. На, вертолетчика уничтожили. Теперь вот этого уничтожим. Угу. Я говорю, вот это вот очень сложное такое. Джунгли, они сами по себе сложные. А тут еще с боссом надо воевать. Опа, держи. Вот этого сейчас есть, подбили. Теперь вот этих надо убивать как-нибудь. А-а-а, смотри, как далеко бьет, а, гад. На. О, подбил я вертолетчика, и меня уничтожили. Не получилось мне взять эту высоту.